Всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я редактирую свои видео на телефоне. Для этого я использую программу YouCut. Ее вы можете скачать в Play Market. Она абсолютно бесплатная и очень удобна. Запускаем эту программу. Закрываем рекламу на крестик. Жмем плюсик. Здесь у нас сохраняются черновики тех видео, которые мы редактировали. Черновики мне сейчас не нужны. Жмем плюсик, новый. Здесь нам предлагают выбрать видео, которое мы будем редактировать. Мы можем выбрать как одно видео, так и несколько. Здесь я вот снимала видео про пирог, который недавно выложил уже на свой канал. Ну, давайте выберем несколько видео. Итак, вот мы добавили видео. Например, если нам нужно изменить порядок этих видео, мы нажимаем на видео, долго держим, появляются вот такие вот варианты. Если мы зажмем пальчиком любое из видео, мы можем его перемещать в нужный нам отрезок. То есть, например, это видео я хочу поместить в конец. Это видео хочу поместить на начало. Жмем галочку. Итак, это мы сделали. Далее мы видим, что видео наше перевернуто, и нам нужно его правильно развернуть. Для этого проматываем меню пальчиком, жмем вращение. Переворачиваем наше видео так, как нам нужно. Также мы можем выбрать пункт «Задний фон» и сделать видео по размеру таким, каким оно нам нужно. Так, мы делаем видео для YouTube. Здесь есть специальное расширение 16:9. Оно идеально для YouTube. Жмем галочку. Далее. Если мы, например, хотим выключить звук в клипе, мы нажимаем данный пункт слева. Мы выключили абсолютно весь звук на всех трех видео. Вы можете увидеть теперь значок перечеркнутого звука. Также, если мы нажмем снова, звук включится. Например, нам нужно обрезать видео. Обрезать то, что нам не нужно. Для этого мы передвигаем пальчиком туда, куда нам нужно, на какой момент. Жмем снова на видео, и у нас тут появляются такие новые пункты, как обрезать, разделить, удалить, если нам видео не нужно. Мне очень нравится пункт разделить. Вот, например, смотрите, я жму на этом участке, где мы видим вертикальную оранжевую линию, разделить. Как видите, наше видео поделилось на несколько новых видео. Далее я продвигаю немножко вправо, снова жму разделить. И, например, вот этот участок мне абсолютно не нужен. Жму удалить. Все готово. Теперь мы видим между нашими видео такую вот палочку диагональную. Жмем на нее, и здесь мы можем... можем сделать переход, который нам нужен. Например, мы хотим сделать вот такой переход. Надо убавить немножко звук. Итак, вот мы выбрали данный переход. Если мы нажмем две галочки слева, то этот переход применится ко всем видео в нашем проекте. Если мы нажмем одну галочку, то данный переход применится только к нужному нам участку. Жмем, например, одну галочку на данный момент. Все, готово. Я снова выключу звук в клипе, чтобы он нам не мешал. Далее. Мы можем увеличить или уменьшить скорость нашего видео. Для этого мы снова выделяем нужный нам участок, жмем скорость. Если мы потянем бегунок вправо, то скорость видео увеличится. Вот, давайте на максимум практически увеличим. Но тут даже... Так, давайте вернем обратно. Выберем более длинный участок с видео.
жмем скорость и ускоряем. Вот смотрите, насколько все ускорилось. Если же я влево потяну, то соответственно видео замедлится. В данном случае настолько замедлится, что кажется, как будто это стоп-кадр. Если нас все устраивает, мы жмем снова одну либо двойную галочку. Если хотим применить ко всему видео данную скорость, то жмем двойную галочку. Если только к этому участку, то одинарную. Итак, мы изменили скорость. Мы можем конкретно для этого участка видео изменить громкость. Например, здесь вернуть громкость. На других участках она будет отключена, здесь мы вернем громкость. Мы можем отразить наше видео. Мы можем также поверх видео записать наш голос, то, что мы говорим вот на данный момент. И также абсолютно редактировать этот звук идентичным образом, как мы редактировали видео. Нажимаем на звук. Здесь мы можем его обрезать, как нам нужно. Например, так. Если мы зажмем пальчиком эту дорожку, то мы сможем передвигать ее по нашему проекту в тот участок видео, где нам нужен звук. Также мы можем добавлять на видео текст. Можем изменять цвета. Выбирать шрифт, но большинство шрифтов именно для латиницы здесь. И еще что интересно, мы можем создавать анимацию для нашего текста. Давайте что-нибудь вот выберем. Вход и выход, как исчезнет наш текст. Увеличиваем время, если мы хотим, чтобы это все происходило достаточно медленно. Жмем галочку. Далее, если мы потянем за стрелочку вправо, удерживая ее пальчиком, то мы увеличим время текста на нашем видео. Также, если мы зажмем полностью данную дорожку, то мы также сможем ее передвигать по нашему проекту. Далее на видео мы можем наложить любой фильтр. Ну, тут очень много бесплатных фильтров. Например, такой добавим. А, это фильтр платный. Например, добавим, ну, вот такой вот бесплатный фильтр. Также мы могли его регулировать его интенсивность, контраст, тепло и так далее. Насыщенность, вот, пожалуйста. Эффект. Очень много эффектов различных. Опять-таки, там, где написано про, это платные эффекты, но также очень много бесплатных. Просто жмем на интересующий нас эффект, передвигаем бегунок по видео, в каком моменте нам нужен такой эффект. Вот, например. И просто удерживаем пальчиком на данном эффекте. Если мы хотим другой, выбираем другой эффект, задерживаем снова на нем пальчик. Если, например, также мы можем потянуть вправо или влево стрелочкой и увеличить продолжительность нашего эффекта на видео. Либо выделить данный эффект, если он нам не нужен, и удалить. Если все нас устраивает, мы жмем снова галочку. Мы можем добавить на наше видео в любом моменте различные стикеры, гифки. Вот, например, мы можем также найти нужные нам гифки либо стикеры. Например, вот этого зайца добавим. Крестик. Если мы нажмем крестик, то стикер исчезнет. Если мы нажмем на вот стрелочку в правом нижнем углу, то мы можем увеличивать, уменьшать данный стикер. Если мы его зажмем пальчиком, то сможем перемещать по видео, по нашему экрану, там, где мы хотим, чтобы этот стикер был расположен. Например, так.
регулировка также здесь есть. Мы можем сделать наш стикер более прозрачным, либо наоборот. Если все устраивает нас, жмем галочку. Все то же самое. Если потянуть влево, либо вправо, либо зажать эту дорожку, мы можем передвигать ее по нашему проекту. Следующее на наше видео сверху мы можем наложить любой звук, либо музыку. Либо, как я уже показывала, мы можем записать собственный голос, либо можем выбрать музыку. Также можно выбрать из звуковых эффектов различных. Есть рекомендуемая музыка, которую предлагает данная программа. Либо вот, например, добавим мою музыку. Также мы можем обрезать ее сразу же при добавлении. Либо сделать так. Используйте. Далее вот наша дорожка с музыкой. Если мы на нее нажмем, то появится новое меню, в котором мы можем установить громкость, сделать тише, либо громче, например, делаем потише. Далее также мы можем обрезать, выбрать нужный момент. Если мы зажмем пальчиком, то мы снова сможем перемещать музыку на тот момент видео, в котором она должна звучать. Ну, допустим, она должна звучать с первой секунды. Мы можем сделать так, что наша музыка будет начинаться плавно, усиливаться. Например, сделаем так. И также в самом конце сделать угасание, чтобы она тоже плавно затихала. Вот что у нас получилось. Также в процессе мы можем добавить еще какое-то видео, если мы забыли. Перемещаем в нужный момент. Например, нам нужно добавить вот между этими видео. Жмем плюсик. И выбираем то видео, которое нам нужно. Также мы сразу же можем его обрезать, если нам это удобно. Жмем снова галочку. Стрелочку, видео добавлено. И также мы можем нажать, долгое нажатие перемещает нас в такое меню, где мы можем переместить это видео в начало, либо в конец, либо в любой участок, который нам нужен. Ну, например, оставим это видео здесь. Если нас все устраивает, мы нажимаем в верхнем правом углу «Сохранить». Выбираем качество, высокое у меня стоит качество, оптимальное для YouTube. Жмем сохранить. Выскакивает рекламка, закрываем ее и происходит конвертация нашего видео. Наше видео готово. Мы можем поделиться сразу этим видео в YouTube, в Instagram, в WhatsApp и так далее. Оно сохранено у нас в галерее. Все. Также мы можем нажать стрелочку назад, вернуться в наше видео, как-то его отредактировать, если нам нужно что-то исправить. Если снова нажать стрелочку назад, то мы окажемся в черновиках. Видите, наше видео сохранено в черновике. Если мы не удалим никакие видео, которые составляют, из которых состоит наш клип, мы сможем в любой момент просто вернуться в черновики и отредактировать, как нам нужно видео. YouCut очень удобная программа. Она абсолютно бесплатна. Да, есть там какие-то платные моменты, но даже без этих платных функций можно смонтировать прекрасное видео. Быстро и просто. Всем советую. Показала вам основные моменты. Надеюсь, было полезно. Если вам понравилось такое видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Буду рада. До новых встреч!